Приветствую, дорогие друзья! С вами Кайстример, и мы продолжаем наше прохождение мода QMTATA. Давайте пройдем за Джиггернаута. При нажатии пробела запускается ярость клинков. Скорость атаки уменьшается на 200%, скорость перемещения увеличивается на 30%. Наносимый урон – 1, скейлится от урона в ближнем бою. Кулдаун – 18 секунд. Скейлится от скорости атаки. Плюс 12% шанс на крит. Модификации типа скорость атаки усилены на четверть. Броня на треть. Но модификации типа ХП ослаблены на четверть. Цены в магазине повышены на 15%. Нельзя использовать оружие дальнего боя. На старте получаем Майлсторм. Посмотрел я, как работает ярость клинков. Прикольная вещь. Думаю, что для этого персонажа идеально подойдут клинки Terrorblade. Вначале, конечно, кулдаун у этой фичи очень хреновый. То есть 18 секунд это нереально столько ждать. Ну, то есть вот на первой волне даже не посмотреть, как это толком работает. А где клинок? Волны очень короткие. Просто охренеть дождаться кулдауна. Ну что, идем ровненько. Третья волна, три клинка. О, коробка. Очень неплохо, думаю, для этого персонажа получить поддержку сообщества. Неплохо, неплохо. Смотри, у нас вампиризм плюс 2, у нас за счет Майлсторма был минус 3. Это дает плюс 2. У нас даже минус 1. Что-то как-то странно. Ну ладно, плюс не минус. Я надеюсь, он вампирит во время своего этого танца. У него после танца как-то скорость атаки проседает охерительно. Он очень редко начинает атаковать. Тут какая-то странная тема. Хотя, может, это просто ложные впечатления. Ну вот сейчас он атакует вроде нормально. Доминар!
О, коробка. Ништяк. Пойдет. Дать скорость атаки. Пойдет, пойдет, пойдет. Пойдет. Как я успел выбить из него коробку? Мастерски. Просто мастерски. Урон отрицательный. Чё за хрень? Так, а мне нужна вот эта штука? Блин, она такая дорогая. В принципе, неплохая вещь. Непонятно. Непонятно. Дорого. При том, что вначале-то от нее ценность намного выше, чем позднее. То есть, если она сейчас неинтересна, то дальше-то она вообще сомнительно имеет ценность. Ну сейчас, наверное, проблема просто в деньгах. Очень маленькая хпшка, нет еще брони. Мы решим по-настоящему проблемы насущные. Пойдет. Пойдет, 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 пойдет. Пойдет, пойдет, пойдет. Все пойдет. Да, здесь вот интересно, как он будет танцевать. Уже скоро. Ну, покажем. Ну, не особо. Урон маленький. Охренеть, урон маленький, хпшка маленькая, а что ж хорошее тогда? Коробку зато выдал. Взять щупальцу. Броня? Ну пусть будет броня. Немного удачи, пусть будет немного удачи. Вампиризм. Пусть. Ну смотри, крит зато мы как раскачали. Очень хорошо. Что-то он нас не радует, там челюсть, чтобы дать лишний раз. Ну что, только хпшки нормальные. Какую-то хероту дает.
вообще-то не так плохо. А можно хпшку? Вот, да, хпшка. Урон. Пойдет. Сады. Отлично. У нас два лимонада. Все хорошо будет. И еще стрёмная пища. Блин, не успел. Так, какой у нас кулдаун уже? 13,5. Что, хреновый кулдаун. Приманка. Давайте посмотрим. Станем ли мы приманкой? Нет, не стали. Хотя еще можем постараться. Ну-ка, по щам. Ну, танец критует, это приятно. Попал таки своим шариком мерзко. Четыре сотни всего. Какие-то копейки. Вампиризм 10, а хпшка всего 27. Смешно. Орда сейчас будет. Ой, хпшка уже 25. Но он решил просто хпшку не давать. Как вариант. Говорит, а я хпшку тебе давать не буду. И похрену, что у тебя там. Пара шариков и сдох. Да, хорошее оружие. Тераблей. Немножечко прорубить. Ну что ж, достойно мы их встретили. Давайте скорость. Так, здесь что? Давайте, конечно, хпшку угандошим полностью.
ХПшка. Так, у нас элита. О, вот это неплохо. Ну погнали. Линии там рисуют. Ну посмотрим. Что стоят твои линии. А я вот тоже линии иногда рисую. Как тебе такие линии? Понял, полное говно. Согласен. Блять, ну как попадает? Экзоскелет. Пойдет. Не пойдет. Пойдет. Пойдет, пойдет. Пойдет. Да, вот эти маленькие говнюки со своими шариками. Сколько у меня броня-то? 19. А, ну понятно, ну хп-то... А хп скулькин хер. Блять, ну что так за херню предлагать? Давай это уклонение хотя бы. Survival backpack. Давайте возьмем. Броня 26. Ведь неплохо. Ведь как дорого, не, нафиг.
Блин, был бы второй желудок. Можно было бы все эти фрукты есть с пользой для здоровья. Не, ну с хпшкой, конечно, уродство какое-то. О, яичный. Ну, сейчас мы потанцуем с тобой, родной. Как тебе мой танец? Видимо, понравился. Как же мало коробок дают, ё-моё просто. Фокус. Фокус. Ну давай, дай хпшку. Дай хпшку, сука. Ну ладно, уклонение. Дай хпшку. Ну, дай хпшку. Хотя бы тортик. Ладно. Просто как мы с боссами-то драться будем? КП 36, это прям мало. То есть у меня уклонение. Ну, уклонение 43 вообще. Хорошее уклонение. Так, ну какую-то коробку дали. Может, там панда какая-нибудь будет. Я уж не говорю про поддержку сообщества. Шлем. Милая обезьянка, давайте. Скорость атаки. Блять, можно хп? Ну пожалуйста, дайте хп на. Давай скорость атаки. Сука. Ну заколебал просто, ну дай ты так. Здесь хуевенькая, конечно, ситуация, но мне дадут много хп. Вон, а у меня половина брони исчезнет. Мне кажется, с таким хп вообще не выживу. Сейчас у меня 67, а будет 50 отфильтровываться. Но не так существенно. ХПшка у нас уже 96. Хорошая сделка. Так, скоро танец-то уже? Есть танец. Потанцуем. Начинает, блять, что ты на меня идешь-то прям так? Но? Не, мне кажется, без этого предмета мне было бы сложно. Ну, возможно, надо было тусоваться сразу возле садов. Давайте смотреть.
худе пойдет. Так, значит, смотрю, на скорость атаки сейчас увеличится на 86. Реликвия, отлично. Еще скорость атаки. Так, и сколько? Кулдаун. 6,3 секунды. Ну, готовьтесь, суки. Ну, суки, готовьтесь. Так, глазки нормально вообще-то. Так. Это 6 секунд. Что-то лазер. Ну, хотя, да, хотя тут похоже. Но кажется, что долго все равно. Ну сколько? 4-5 танцев всего-навсего. За волну. Так, ну какие-то коробки есть, это неплохо. Не успел запустить. Лишний желудок. Урон в ближнем бою 44. Танцы мы наносим 82. Неплохо. Неплохо. Ага. Немного потанцевать. Блять, как бы нас не убили сейчас. Что за хрень? Надо пожрать срочно. Говнюк этот прыгающий. Сейчас отъемся, вернусь. Честно говоря, я расстроен. Как-то хреново. Вроде все есть. Броня есть, уклонение есть. У нас, кстати, дальность сильно просела. Вот она, что еще. Из-за худи-то. Но это небольшая проблема, у нас все волна. И в танце-то мы херачим на большое расстояние. Много хороших вещей.
Так, а уклонение у меня 47. Да, клинки очень дорогие. Жалко, наковальни нет. Сейчас я накоплю и врежу вам. Блин, ну 23 единицы сносят шариком. Блять, это так дохера. Просто нереальная какая-то хрень. Дайте отъемся. К вам подойду. Чуть попозже. Ну где? Все? Упали все. 23, очень много. Фокус-покус, купон, стрёмная пища. Так, сколько? 5,9. 5,7. Очень дорогой клинок, конечно. А разница-то вообще как? Вообще разница есть. Разница есть. Ну, все, конечно, да, странно удивляться. Каждую волну у них растет урон, при том с какой-то волны вообще существенно начинает расти. А тут на 26-й волне, там на 25-й, нам сносят 30-ник. В принципе, не так много. Взорваться. Ну, в принципе, да, у нас есть Hunting Trophy. Ну, непонятно. Ладно, не будем брать, денег нет. Еще один этот, блядь, прыгающий. Ну, сколько ж вы мне будете их ставить-то? Как назло. Они как раз наименее удобные. Хотя фиг его знает, может быть, это с линиями тоже бы сейчас... подгадил. Блин.
так-то, но... Даже до 30-й волны не дотянул. Ну, задумка мне больше нравится, чем у Берсеркера, который взрывается за счет своего ХП. А смотри, у меня этот кулдаун какой... Блять, видишь, у меня проседает скорость атаки, и кулдаун 24 секунды. Короче, после того, как используешь, какая-то херня нарушается, и у него скорость атаки у оружия херовейшая просто становится. И может быть кулдаун не такой, который должен быть. Так каждые там 5 секунд херачишь прям... Мне кажется, тут какие-то сбои происходят. Я себе придумал оправдание. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи в следующей серии. Всем пока.